Здравствуйте, друзья! Еще один вид, тип фитоподсветочки, да, на светодиодной ленте уже готового цвета, через фильтр. Посмотрим, это вообще, ну и на USB, то есть тут и мощность не очень большая. Вот, и, собственно говоря. Но посмотрим, чудеса встречаются в нашей жизни. Вот шнурок USB. В данном случае это IP65. То есть залито силиконом и 3 метра. Посмотрим. Ну и вот такая вот штучка. Это лента. Ну, посмотрим, она больше декоративная или больше это самое. Ну, прикольный выключатель. Вот. То есть такой контактный. Тоже, в общем, поскольку это контактный, там какой-нибудь транзистор стоит на выходе. Тоже. Но, с другой стороны, 180 светодиодов, если даже по 5 ампер, ой, по 5 миллиампер, то это все равно получается, да, почти 1 ампер ток. Ну вот, собственно говоря, набрал я себе для экспериментов много всякого интересного. Вот, поэтому, что будет дальше, если кому интересно, подписывайтесь. И будем смотреть, что из этого выстрелит. И выстрелит. Вообще, я, несмотря на то, что я про это так интересно рассказываю, я скептик. Не думайте, что я тут за... Я скептик. И, скорее всего... Хотя, с другой стороны, вот была тут недавно передача, там в космосе что-то вроде удалось лучше вырасти, и даже зацвело под этими лампами. Хотя не должно было цвести по каким-то там причинам, что там... Ну, эксперименты показали при определенных длинных волн, да, а цвет это длина волны, вот, что-то происходит, а что-то не происходит, что-то улучшается, а что-то тормозится, да, ну, и вроде вот под такими лампами не хватает каких-то этих самых, и, собственно говоря, цветение и плодоношение тормозится, то есть, а первоначальный рост вроде бы как тип-топ. Но посмотрим, что гадать. Практика, лучший критерий проверки теории. Ну, в общем, на этом все.